И следующая номинация. Лучший стартап в образовании по технологическим продуктам. На сцену приглашается Оксана Силантьева, представитель стартапа «Сила Медиа», занявшая первое место за продукт «Сила Медиа Трек» от компании «Сила Медиа». Второе место занял стартап «SkillTerra», игрофицированная система управления учебными проектами от индивидуального предпринимателя Елены Локтевой. И третье место занял стартап